Любой, кто протестует уже более полутора лет в России, может считать себя экспертом. И эксперты пришли. Дорога в ад вымощена благими намерениями, а тут еще и политические амбиции. Координационный совет хоть кем-то был избран, хотя и процесс выборов вызывает вопросы. А тут экспертный совет. Никто его не выбирал, люди просто почувствовали себя экспертами. Наверное, это нормально. Только вот народ почему-то за экспертами не пошел. Возможно, потому что время кабинетных теоретиков уходит в прошлое, уступая место тем, кто готов реально идти в народ. То есть формула такая: не народ к тебе, а ты к народу. Но эксперты рисуют свои формулы, смешивая лозунги «Россия без Путина» и «Свободу политзаключенным». А тут еще, по их же словам, к ним примкнула Богородица. Все смешалось в доме экспертов. Могу сказать точно, что Богородица всю жизнь была хранительницей Руси. Я думаю, сегодня это вполне уместно, поскольку люди высказывают свое одобрение в кавычках власти. И точно так же в этот праздник, я думаю, что Богородица всегда была с народом и поддержала бы в любых их начинаниях, тем более, если это воля народа и глаз народа. А насколько уместно проводить такой политический молебен? Не попахивает ли гапоновщиной? Нет, я думаю, что абсолютно не попахивает. У нас не будет политического молебна, потому что сегодня все равно приуроченное у нас шествие и к Пасхе также, то есть это все-таки праздник. Я думаю, что нельзя оставлять без внимания состояние в России, настроение людей. Также, если говорить о непосредственно политическом, то я думаю, что никакой гапоновщины нету. И опять же, я повторюсь, что я думаю, нужно поставить наш РПЦ на место, поскольку они сейчас сделали из себя просто коррупционеров каких-то. Я думаю, что икона, которая никогда не поддавалась именно давлению РПЦ, она никогда не была в церкви, именно вот, которая поддалась этому бизнесу. Это святая реликвия, которая просто с народом. Сегодня здесь я хожу, раздаю листовки с призывом на 6 число на мероприятии, и на меня почему-то смотрят как на врага народа. Я могу понять все между нашим координационным советом, между экспертным советом оппозиции, все ссоры, ругани, все могу понять. Но извините меня, если мы хотим прийти к власти, если мы хотим построить демократическое государство, то как мы можем говорить, иди пятого не ходи, пятого нельзя, шестого можно, шестого нельзя, приходи пятого. Ну что это такое? Это полный бред. Амбиции – дело хорошее. За 10 минут до начала шествия за моей спиной около 500 человек. Может быть, 550 или 600. Вместе с корреспондентами, журналистами, операторами и доблестной полицией. Практически не было никакой рекламы в средствах массовой информации. И была возмутительная кампания ненависти в отношении этого шествия со стороны ряда деятелей Координационного совета оппозиции. Вот в этом контексте я считаю большим успехом вот это количество людей, которые собрались, и качество людей. Свободу узникам 6 мая! 5 мая Сурков мог бежать в стрингах за шампанским. Мало того, что накануне оппозиция переругалась между собой, обвиняя друг друга в спойлерстве и сливе протеста, тут сама картинка вдохновляла. Широкий проспект, 500 протестующих, включая журналистов, невнятные крики в мегафон и, как венец странного действа, мироточащая икона. Если сравнить с прошлым годом, то речь Суркова в Лондоне была отнюдь не лживой. Разгром налицо или кремлевская разводка. Хотя кого это уже волнует? 6 мая 2012 года вот здесь наблюдался целый легион полиции. По одной причине. Путин и его сообщники действительно боялись народа и действительно боялись оппозиции. Спустя год, 5 мая 2013 года, вы видите, какое количество полицейских стоит за моей спиной. Путин действительно не боится. А вот прекрасная иллюстрация политики «Разделяй и властвуй». Местные власти специально подпустили вот сюда автомобильную пробку для того, чтобы автолюбители, находящиеся за рулем и мучающиеся от этой пробки, увидели, из-за какого количества людей создана эта пробка. Я не вижу ничего плохого, честно говоря. Я не вижу плохого вообще. Вот когда-то, несколько месяцев назад, Чубайс сказал, этот поезд уже назад не пойдет. Я с ним согласна очень. Я не вижу плохого.
Но в этом поезде все меньше и меньше вагонов. Да ну что вы, увидите еще, никуда не денется. Обещаете? У нас, ну нет, ну у нас люди так устроены. Если, ну русский человек так устроен, если он начал, то он начал, его уже не остановишь. Свободу унтикам 6 мая! Свободу Даниилу Константинову! Один за всех и все за одного! Как и год назад, полицейские укомплектованы по наступательному, а не по оборонительному. И вообще такое ощущение, что от 500 до 800 человек шествуют под конвоем. Сколько ведь людей, сколько партий, которые хотят перемен. И все они действуют, как лебедь, щука и рак. Ну, неужели трудно понять, что надо всем объединиться? При том, что согласовано шествие, вот, мы ожидали, что те, кто, кому нужно шествие вообще в Москве, да, придут в гораздо большем числе. Но, видимо, вот я слышал тут про то, что был поток дезинформации в сторону экспертного совета оппозиции. Да, возможно, это КС, возможно, нет, не могу утверждать. Вот, и в результате мы видим, что народу, конечно, гораздо меньше, чем мы ожидали. Люди вправе выражать свои позиции и выражать свое мнение там и тогда, где и когда они считают это удобным и уместным для себя. Все разговоры о сливе или размывании протеста я отметаю как абсурдные. Мы не собираемся ни сегодня, ни, насколько мне известно, завтра, ни штурмовать Кремль, ни брать Перекоп. Мы выражаем свою гражданскую позицию. И если человеку удобнее прийти сегодня, очень хорошо. Если он захочет послезавтра выйти на индивидуальный пикет у Следственного комитета или у изолятора тюремного, ему надо поклониться в ноги. Что за странное перетягивание канатов? Что за странное установление монополии на истину? Монополией на истину обладает только Господь Бог, насколько мне известно, но никак не люди. Люди уходили с митинга недовольными. Некоторые вопрошали, неужели нельзя было нормально подготовиться. Со сцены невнятные речи и затертые слова. В партере недоумение и растерянность. Ошибки на то и даны, чтобы на них учиться. А готовы ли эксперты-амбициозники пойти в ученики? Это вопрос. Спор между сторонниками акции 5 и 6 мая как раз не тот случай, когда рождается истина. Скорее всего, истина существует в данном случае сама по себе. И, наверное, звучит так: когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Надо договариваться и объединяться. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.